Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сидрот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Я Сид Рот, добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость услышал ясный голос Бога, и вот что Бог ему сказал. «Научи мой народ, как действовать в сверхъестественном». И он распространил это по всему миру. Но когда я в прошлый раз разговаривал с ним по телефону, то почувствовал силу, точнее, реально ощутимое усиление нахождения Божьего. Я спросил: «Да что же там такое у вас происходит? Откуда такое ошеломляющее усиление божественного нахождения?» И он ответил: «Я все это время учил об откровении, о котором многие верующие не знают, и оно зарядит вас как снаряд для того, чтобы вы могли делать то же самое, что делал Иисус Христос, и даже больше». Большинство из нас, будучи научены тому, что Библия говорит о смерти Иисуса, понимают, что такое крест. И мы должны это понимать. Почему? Да потому что на нем были распяты наши грехи и немощи. Но мой гость, рассматривая другой аспект, видит, как происходят различные чудеса. Апостол Гильермо Мальдонадо. К примеру, когда ваша жена услышала вашу проповедь об этом откровении, то решила помолиться за женщину, у которой была удалена грудь. Вот об этом, пожалуйста, расскажите нам. Та женщина пришла на одну из ее конференций в Аргентине, и моя жена уже собиралась уходить. Она торопилась, но женщина, у нее была удалена грудь из-за рака. Моя жена сказала: «Именем Иисуса будь исцелена», и ушла. А женщина говорит: «Эй, ну мне нужна не такая короткая молитва». Какие же мы религиозные! Она, вообще-то говоря, рассердилась и пошла домой, а ее муж в это время молился и просил: «Господь, я хочу, чтобы у моей жены была новая грудь». Однажды утром она встала, начала надевать бюстгальтер, как вдруг муж, посмотрев на нее, буквально закричал: «Гляди, у тебя новая грудь!» Вот так Господь сотворил ей новую грудь. Послушайте, когда вы примете это откровение, все, что сказал Иисус, совершится в вашей жизни, и для вас ничего не будет невозможного. Расскажите, пожалуйста, об откровении, которое вы получили от Бога. Реальность такова, что большинство церквей знают только о кресте. Через него мы получаем прощение грехов. Таковы сегодняшние церкви в своем большинстве. Они не делают переноса с креста на воскресение. Через крест мы получаем прощение грехов, а через воскресение мы получаем силу от Бога. Еще раз повторю, через воскресение мы получаем реальную силу от Бога. Крест — это, так сказать, исторический факт. Это было вчера, давно. А воскресение должно быть явлено сегодня, понимаете? Именно поэтому крест — это мне напоминает то, что Евангелие не только в слове, но и в силе. И он сейчас поделится с вами откровением об этой божественной силе. Крест — это проявление любви, а воскресение — это проявление его силы. И мы должны войти в это проявление. Становится ясно, почему церковь не имеет силы. Потому что мы вырастили прекрасных христиан, любящих Бога, получивших прощение грехов. Но что такое сила, говоря об Иисусе, воскресшем из мертвых? Дух Святой является
нам этот исторический факт. Это было на самом деле. Иисус умер на кресте. Все об этом знают. Большинство религиозных людей в курсе, и они скажут, да, мы знаем, что Иисус умер. Они об этом знают. Но чтобы иметь эту силу, мы должны иметь сегодня и откровение об этом. И вот о чем Дух Святой хочет сказать тем, кто смотрит нас сейчас. Если вы хотите иметь проявление силы воскресения, все пробудится к жизни. Ваши мечты, ваше видение, ваш брак, все оживет, все, чем вы занимаетесь. Иными словами, сила воскресения не только в словах, не только то, что полезно для нашего тела. Даже при том, что мы видим чудеса, созидательные чудеса, когда Бог творит новые органы, но это превыше всех чудес. Ваш брак или бизнес, все это пробудится к жизни, когда вы войдете в это откровение. А что же вам нужно для этого? Просто возжелать и возжаждать. Божья сила сейчас здесь, и она может быть явлена любому, кто верит в нее. А почему так важно сверхъестественное? Потому что есть невозможные вещи, приходящие в нашу жизнь. Как, например, эпоха, в которую мы живем. Верно? Однажды я молился, и Господь мне сказал, скажи церкви, чтобы они молились за чудеса в стране. Я спросил, зачем? А он ответил, потому что грядущий государственный кризис лишит Америку чудес. А у нас в Америке много вариантов сверхъестественного. А когда у тебя есть из чего выбирать, ты не концентрируешься на том, чтобы верить, потому что много других возможностей. Сверхъестественное важно, потому что так много вещей, всяких трудных обстоятельств, которые невозможно преодолеть. Ты никогда не сможешь их преодолеть своими силами. Тебе нужны сверхъестественные ресурсы. И второе, в Библии написано, что когда ты приносишь Царство Божие, израильский народ обосновался в земле обетованной сверхъестественным образом, то любое чудо тогда для тебя возможно. А какие произошли подмены сверхъестественного в нашей церкви сегодня? Подмены вот такие. Вместо поклонения — развлечения, вместо помазания — движения духа. Список можно продолжать. Веру заменил здравый смысл. Сегодня мы ничего не делаем, пока не поймем. Если обратимся к Писанию, то любое из чудес Божьих не поддавалось объяснению. Вот что значит сверхъестественное, то, что нельзя объяснить. Это превыше вашего понимания и здравого смысла. Если вы хотите какого-то чуда, тогда давайте отключайте свой мозг. А здравый смысл на своем месте. Я не говорю, что мы должны теперь стать глупыми, я не это имею в виду, но вы не сможете войти в сверхъестественное, не сможете в нем двигаться, не отключив здравый смысл. Итак, я собираюсь дать возможность апостолу Мальдонадо научить вас откровению о воскресении Христовом. Хотите? Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. Мне 14 лет. Этим утром я смотрела программу об ангелах и почувствовала, как на меня изливается тепло. Я расплакалась. Я болел раком, и Господь исцелил меня. Это настоящее благословение — иметь возможность смотреть передачу «Это сверхъестественно» каждую неделю. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Апостол Мальдонадо рассказал мне, что когда он сегодня утром молился, Бог указал ему на те чудеса, которые должны произойти в скором времени. Но прежде мы услышали фразу «Царство Божие». Да, «Царство Божие». Скажите, апостол, что все это обозначает? Когда Иисус учил о молитве «Отче наш», то в конце Он сказал «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Я называю это три сферы действия Бога. Царство — это небесное правительство, сила — это способность небес, и слава — это атмосфера небес. Как раз то, что мы сейчас ощущаем. Каждый раз, когда мы проповедуем правительство, Бог подтверждает это силой. Ты видишь силу посреди этого. Возникает вопрос, если мы проповедуем царство, то где же сила?
Если мы проповедуем Царство, то где же атмосфера небес? Иисус сказал: «Молитесь так, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На небесах нет тления, на небесах нет болезней. Иными словами, это образец для нас. Любой верующий сегодня может принести Царство Божие на землю. То есть Царство Божие — это правительство, а мы его представители от Иисуса. Когда Иисус пришел, Он принес Царство Божие. Он сказал, что Царство Божие внутри нас. Каждый верующий способен принести его, в свою очередь, на землю. Когда вы молитесь за больного раком, вы действуете от имени Господа Иисуса Христа. На небесах рака нет. Вот мой образец для подражания. Я прямо сейчас хочу принести Царство Божие на землю, и оно произойдет. Расскажите нам одну историю. Вот один молодежный пастор получил откровение о воскресении, и его маленькая группа начала расти. Вы мне сказали, что как только он получил это откровение... Так, где это? Ага. Его группа в одночасье выросла где-то до 4000 человек. Вот это, Сид, образец для подражания. Любой служитель, взаимодействующий с нашим служением, становится таким образцом. У нас был этот молодежный пастор. Мои проповеди и книги побудили его к действию. Его это так коснулось, что когда он вернулся в свою церковь, то начал побуждать к действию свою молодежь, и она выросла. У одного из них, 12-летнего мальчика, умерла мама. Да. И первой мыслью человека в его возрасте, конечно же, было: «Господи, я хочу, чтобы она была жива!» Он позвонил жене молодежного пастора, и что произошло дальше? Она как раз была в кинотеатре, не в молитвенной комнате, просто смотрела фильм. Приняв звонок, она спросила, кто это. Он сказал: «У меня только что умерла мама». Врачи пришли проверить и сказали, что она мертва. Тогда она сказала: «Позволь на практике применить то, чему я научилась у апостола Мальдонадо». Она запретила духу смерти, и его мать воскресла. И это нормально. Молюсь, чтобы весь мир стал таким нормальным. Вы были свидетелем чудес, когда умершие воскресали вновь. Но что меня потрясает больше всего, это ваша школа сверхъестественного. Скажите, а сколько у вас на сегодняшний день студентов и учеников? В нашей школе 2500 человек, люди из других стран, огромных, больших, маленьких церквей, бизнесмены, обычные верующие. Я сказал им, что обучал их тому, как ходить в сверхъестественном, и просил рассказывать свои истории. 25 человек вышло, чтобы сказать, что они видели воскресение мертвых. Я им на слово не поверил, и попросил предъявить доказательства. «Покажите документы». И они принесли документы со словами: «Мы видели это в Индии, в Южной Америке, в Америке». Я хочу сказать, что это должно быть нормой. Один из наших верующих месяц как покаялся, его начальник падает с высоты 6 метров на пол и умирает. Приехали парамедики, осмотрели и сказали: «Не трогайте его, он мертв». А парень говорит: «Можно мне за него помолиться?» А он всего-то месяц как пришел в церковь. Он сказал, что пастор научил, как запрещать духу смерти, и попросил разрешения помолиться за него. Он запретил духу смерти, и тот человек ожил. Теперь он тоже покаялся. На прошлой неделе крестился водным крещением, и они оба прошли мою школу по обучению чудесам. Вот такие замечательные явления происходят в нашей церкви. Так возрождаются жизни. Так и должно быть! Мы приближаемся к тому времени на планете Земля, когда деньги обесценятся и будет повсеместный страх. Люди, если вы думаете, что сейчас безработица, значит, вы еще ничего не видели. Но это не есть правительство Божие. Расскажите нам о докторе Гэммеле. Я говорю о том, что когда ты движешься в силе Царства Божьего и воскресения, увидишь много различных чудес. Доктор Гэммель из Кубы, один из моих кубинских докторов, был со мной в Аргентине. Там Бог сказал мне: «Я пошлю сверхъестественное обеспечение. Я сделаю это прямо сейчас». Я просто провозгласил это. В этой студии есть некоторые ненормальные люди, которые говорят: «Ну, знаете, есть, я это принимаю, и все». А есть некоторые, говорящие: «Ну-ка, давайте проверим». Есть такие ненормальные, как вы, которые говорят: «Я верю, мы получим чудо». Если вы смотрите нас сейчас, и вот этот доктор сказал: «Я верю», и взял из дома некоторое количество денег, достав их из коробочки с заначкой, чтобы купить
купить билет до Аргентины. Он сказал, это деньги на аренду. Этими деньгами я должен расплатиться за аренду. И когда я провозгласил сверхъестественное обеспечение, он сказал, «Господь, ты знаешь, мне было нелегко сюда приехать, потому что у меня нет денег, так что, Господь, сделай что-нибудь». Он позвонил жене и сказал, «Давай стоять с вере». По возвращении он сказал, «Давай проверим коробку». Они достали оттуда 11 200 долларов. Их там раньше не было. Хочу попросить у вас прощения. Я сказал, что в этой части я предоставлю ему возможность учить, но это произойдет в следующей части программы. Он будет учить вас, и вы примете откровение. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Седрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божьей любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Я обещал вам, что дам возможность апостолу Мальдонадо, но во время рекламного перерыва он рассказал мне, что Царству Божьему подвластна природа. Вы были в арене, кажется, в Аргентине, и там пошел дождь. Расскажите о том, что произошло в это время. Это замечательный случай. Да, шел дождь, пастор дал мне микрофон и сказал, «Торопись, потому что, видишь, дождь идет». Инструменты и оборудование не работали. Дождь продолжал лить, а там было где-то 50 тысяч человек. И вдруг, когда я встал за кафедру, Господь проговорил, «Просто запрети дождю». Я начал молиться. Это была не какая-то мистическая, богобоязненная, а простая молитва. Он просто сказал, «Закрой небеса, физические небеса». И в этот момент дождь прекратился. Но только внутри арены, а вокруг нее все еще лил. То есть над нами не было дождя. Эта арена была предназначена для боя быков. Да, и что произошло после? Я знал, что Господь будет кое-что делать. Так вот, после того мы увидели человека, у которого была только одна почка. Бог начал делать созидательное чудо. И этот человек получил прямо там новую почку. Знаете, для вас это норма, а также для тех, кто слушает его проповеди. И сейчас я хочу попросить вас об этом, чтобы весь мир стал таким же, как и вы, нормальным. Конечно, нас сейчас смотрят те, кто испытывает голод по сверхъестественному, кто жаждет его. Как мы можем принести Царство Божие на землю? Для многих людей Царство — просто теологическое понятие, исторический момент. Но я могу сказать вам, что Царство Божие — это прежде всего правительство Божье. И его первое свойство — сверхъестественность. Что это значит? Это значит, что оно превыше всего, больше, чем все ваши обстоятельства, болезни, немощи, бесы, все ваши невозможности. Ну и второе, Царство Божие непоколебимо. Иными словами, если мы в нем, то ничего не может расшатать нашу жизнь. Третье, Царство Божие не только непоколебимое царство сверхъестественного, оно еще и царство не в словах, а в силе. Иными словами, мы должны являть его. Вот почему Иисус воскрес из мертвых. Он этим показал, что если бы он не воскрес, то чье бы это было царство, а ничье. Но он воскрес из мертвых. Он говорит, «Я утвержу свое царство над царством тьмы».
Так что это не только слова, но и сила. Четвертое, и это я люблю. Царство Божие — это царство, содержащее в себе реальность, которую мы можем ощущать прямо здесь. Можем ли мы принести Царство Божие на землю прямо сейчас? Да, конечно, можем. Приведу один пример. На одно из служений к нам пришла одна женщина. Я призвал народ и сказал: «Сейчас молитесь за больных». Эта женщина была глухой с рождения. Я кому-то сказал, чтобы молились за нее. За нее помолились, и прямо там она полностью исцелилась. Я пытался научить людей: вы можете принести Царство Божие. Мы можем испытать это на практике здесь, если вы поверите. Теперь вы все, кто смотрит нас сейчас, позвольте мне передать это вам, зная, что мы можем принести Царство Божие на землю. Если вы считаете это невозможным, то вот какое определение чуда. Это сверхъестественное вмешательство Бога в невозможности человека. Что вам вообще мешает? Какие невозможности есть в вашем браке, мечтах, видении, семье, бизнесе и так далее? Я хочу высвободить это для вас. Нас сейчас смотрят люди, которые нуждаются в созидательных чудесах. Иногда мы просто стоим на исцелении, и мы говорим: «Ну, Бог это сделает». Но Бог хочет сделать это прямо сейчас. Бог есть Бог сегодня и сейчас, а не завтра и вчера. Его имя — Я Великий. И Он Великий хочет проявиться прямо сейчас. Поднимите руки, если вы нуждаетесь в исцелении, освобождении вашего разуме, созидательном чуде. Я хочу высвободить это прямо сейчас. Отец, во имя Иисуса, студия, молитесь вместе со мной. Нас смотрят тысячи людей. Все, кто смотрит нашу программу сейчас, поднимите руки и позвольте Царству Божьему прийти. Не откладывайте на завтра. Бог есть Бог сегодняшнего дня. Отец Небесный, во имя Иисуса, я благодарю Тебя и славлю Тебя. Есть женщина, у вас удалена грудь из-за рака. Прямо сейчас Господь творит вам новую грудь. Прямо сейчас, Отец Небесный, есть человек, думаю, что это мужчина. Вы дальнобойщик или водитель грузовика? В вашем теле есть металлические пластины, скобы. Бог заменяет металл на кости и мышечную ткань. Принимайте это. Если у кого-то из вас есть металлические пластины в костях, где бы я ни был, я постоянно вижу чудеса. Бог творит новые ткани и кости в вашем теле. Во имя Иисуса. Слепота. Приложите свои руки к глазам. Отец Небесный, во имя Иисуса. Слепота вон во имя Иисуса. Кто-то страдает сердечным приступом. Бог исцеляет ваше сердце прямо сейчас. Прямо сейчас что-то стремительно входит в ваше сердце. Это сила Святого Духа. Вы пастор, вы какое-то время двигались в сверхъестественном, но не выдержали давления и критики. Бог высвобождает для вас новый огонь во имя Иисуса. Заболевание спины, проблемы со спиной исцеляются прямо сейчас. Я вижу бизнесмена. Вы понесли большие финансовые убытки. И Господь говорит вам: я восстановлю это за 3 дня. Это значит, что сейчас высвобождается сила, воскрешающая ваши финансы во имя Иисуса. Если ваши мечты, видения или еще что-то не имеют жизни, мертвы, то, Отец, я высвобождаю силу воскресения. 1, 2, 3, во имя Иисуса. Вот оно, сила выходит. Я чувствую огонь. Если я чувствую огонь в правой руке, значит, происходит созидание. Чудо. У кого-то из зрителей отсутствует левая бедренная кость. Вы ощущаете жар во всем теле. Во имя Иисуса Христа. Господи, о, что-то происходит сейчас. Я вижу людей, которые принимают таблетки от депрессии, страдают. Во имя Иисуса я приказываю всякому давлению в вашем разуме оставить вас. Будьте исцелены во имя, могущественное имя Иисуса. Я вижу людей, которые говорят: «Пастор, мне нужно созидательное чудо». Даже волосы сейчас растут. Волосы, волосы. Что-то происходит. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я запрещаю всякой болезни, всякой немощи. Оставь народ Божий. Будьте исцелены и будьте свободны. Созидательные чудеса. Я высвобождаю силу воскресения. Некоторые люди сейчас говорят: «Пастор, я хочу зарядиться силой Божией. Хочу нести Царство Божие повсюду». Тогда поднимите руки, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Я активизирую вас на дело чудес и знамений. Прошу
у тебя, Дух Святой, открыть им глаза, чтобы в их сердце прямо сейчас вошла сила воскресения. Отец, во имя Иисуса, теперь куда бы они ни пошли, они будут нести Царство Небесное на землю. Принимайте! А самое важное вот в чем. Вы должны поверить, что кровь Иисуса и ваше покаяние смывает все ваши грехи. И после этого вы можете смело сказать вслух: «Иисус, мой Мессия и Господь, приди в мое сердце, будь господином моей жизни, я люблю тебя, Господь Иисус». Скажите это прямо сейчас, давайте! Смотрите в следующем выпуске. У моего гостя в Израиле было пространственное видение всей истории. И в нем Бог говорил к людям, но они либо не слышали его, либо были непослушны. И, к сожалению, их дела, добрые дела, сгорели в огне. Если вы не можете слышать голос Божий, то не сможете сделать то, к чему Он вас призвал. Когда мир нестабилен, те, кто не на твердом основании, тоже не смогут устоять против потрясений. Но для тех, кто слышит голос Божий, наступает самое потрясающее время в жизни.